Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Правое поле», совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, касающуюся мошенничества, а точнее ее определенных видов. С развитием информационных технологий современные люди ежедневно пользуются услугами мобильной связи, сети интернет, банковскими картами. Однако далеко не все подозревают, что мошенники хорошо приспособились к этим удобствам и нередко используют их для того, чтобы обмануть своих жертв. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о специфических видах мошенничества, которые, к сожалению, стали очень популярными. А с гостем, заместителем начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Чувашской Республики Осиповым Николаем Владимировичем, мы постараемся разъяснить, как не стать жертвой таких злоумышленников, и если это произошло, как необходимо действовать, чтобы постараться вернуть похищенное. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Николай Владимирович, сегодня мы говорим о мошенничестве, то есть в отношении граждан. Все-таки скажите, пожалуйста, у нас в Чувашской Республике как обстоят ситуация в этом вопросе? И какие способы мошенничества наиболее популярны? К сожалению, в текущем году мы можем наблюдать прямо вал таких вот преступлений. Могу сказать, что за 8 месяцев текущего года их уже совершено порядка 2000 таких преступлений, тогда как в прошлом году за такой же период их было порядка 130. Как правило, это связано с хищением имущества граждан, совершенных, значит, с использованием банковских карт, средств мобильной связи и посредством сети интернет. При том, что средства, которые используют мошенники, становятся более изощренными. Нам, в принципе, всем это известно, что мошенники представляют сотрудниками банка, просят сообщить данные банковских карт у граждан под видом различных поводов, значит, приобретения, продажи товара, под якобы выигрышем приза, а также зеркальные сайты, на которых граждане размещают свои данные своих банковских карт, которые в последующем используют мошенники. Также почти что практически половина преступлений совершается с использованием вредоносных программ, которые мошеннику удается, значит, внедрить в смартфоны потерпевших, в компьютерные устройства. В последующем данные, значит, вредоносной программы получают доступ к программам типа Сбербанк онлайн и, значит, сам совершают самостоятельные операции со счетами потерпевшего, проще говоря, похищают их денежные средства. Вот если сравнивать ситуацию с прошлым годом, количество преступлений возросло? Количество преступлений, еще раз повторюсь, возросло значительно. Еще раз повторюсь, если их было порядка 130 в прошлом году, то уже порядка 2000 только уже зарегистрировано сейчас. Возбуждено уже порядка 2000 уголовных дел. А вот основная причина роста таких преступлений как-то можете пояснить? Почему все-таки больше преступлений совершается в этой сфере и как это можно? Потому что все-таки век современных технологий, и все больше и больше платежей совершается именно посредством безналичных расчетов, посредством уже телефонов, наших смартфонов, которые мы, значит, практически большинство населения их имеет, а также посредством именно проведенных платежей через банковские карты. А вы можете привести примеры совершения отдельно таких преступлений? Конечно. Вот буквально недавно, в начале сентября, злоумышленник разместил на сайте Авито под предлогом продажи автомобиля такое объявление. И при этом, значит, доверчивого покупателя, значит, попросил перечислить аванс для того, что якобы машина была забронирована под него конкретно. Вот. Поскольку покупатель был очень заинтересован в данном автомобиле, в цене этого автомобиля, в том, чтобы данный автомобиль не был продан другому лицу, он такой аванс перечислил и, в общем-то, в принципе, стал обманутым человеком, потому что после того, как получил деньги, данный вымышленный продавец, он просто скрылся. Слушайте, а почему люди так легко верят вообще незнакомым лицам, перечисляют им денежные средства, не видя товар, то есть даже практически иногда и полностью перечисляют? И неужели так легко можно доверять подобным объявлениям и так легко перечислять деньги в никуда практически? К сожалению, у нас такой менталитет. Привыкли мы доверять, а потом еще страдаем. И этим пользуются очень злоумышленники. Еще потерпевшие, как правило, именно клюют на такие объявления, которые, допустим, там рекламируют или там устанавливают такую низкую цену на товары. И готовы, в принципе, перечислить деньги каждому первому встречному, который предложит стоимость такую дешевую, чтобы быстрее товар приобрести. Этой психологией, в принципе, давным-давно уже владеют мошенники, этим успешно пользуются. Но, как известно, бесплатный сыр, он только в мышеловке. И поэтому, когда предлагают дешевые товары, тоже стоит сразу же насторожиться. А при том, что если еще предлагают внести предоплату,
если это делает физическое лицо, неофициальное, допустим, дилер по продаже автомобилей, то тогда тем более нужно быть вдвойне и втройне, скажем так, настороженней, чтобы не стать именно не попасть на уловки мошенников. Одно дело, когда перечисляют, допустим, потерпевший аванс, это, как правило, не такая большая сумма. Другое дело, когда, значит, мошенникам удается получить от потерпевшего всю сумму за автомобиль целиком. Лучше, на наш взгляд, съездить за машиной непосредственно к продавцу, если она прям так уж приглянулась. Узнать, есть ли на самом деле такая машина. В крайнем случае, лучше потратиться, на мой взгляд, на дорогу, чем остаться, значит, ни с чем вообще вот такой ситуации. А какие еще примеры совершения преступлений вы можете привести, которые тут буквально недавно были совершены? Ну, допустим, недавно мошенники продавали фотоаппарат Canon через сайт сети интернет. И тем самым, значит, опять же, убедили потерпевшего перечислить им порядка 80 тысяч рублей якобы за его покупку. Но бывают такие случаи, когда, значит, мошенники получают деньги не только под видом продажи товара, а также под, при желании приобрести такой товар, то есть купить товар у лица, который его продает. И, как правило, под предлогом якобы необходимости перечисления денег за товар они получают от потенциального продавца. Это, как правило, обычное лицо, которое что-то либо размещает о продаже какого-либо товара, объявления в сети интернет, на известных сайтах, получает его доступ, сведения к банковским картам, то есть к данным его банковской карты. Причем сообщает продавец потенциально все реквизиты этой карты, в том числе тот код, который находится на оборотной стороне пластиковой карты, после чего вместо того, чтобы получить деньги от потенциального покупателя в качестве аванса либо полностью, они, наоборот, такие деньги теряют. И обнаружат, что вот деньги с их счета списывают, получается. Вы сказали, что мошенники нередко представляют сотрудниками банка. Для чего они это делают и какие примеры у нас есть? Ну, тут все очень просто. Клиент банка, как правило, не видит собеседника, который находится у телефона. Тот представляется потенциальным мошенником сотрудником банка. У него разработан алгоритм, содержащий определенный перечень вопросов. И, значит, путем такого, постановки такого серьезного голоса о том, что якобы это действительно банковский работник, значит, создавая видимость, что он разбирается в данном вопросе, что желание, действительно имеет желание как-то помочь потенциальному клиенту банка, вот, он начинает, значит, задавать ему такие вопросы, на которые, как правило, потерпевший потенциально отвечает. Ну, также бывает так, что часто мошенники направляют по телефону смс-сообщение о том, что ваша карта заблокирована, сказали номер телефона, по которому необходимо позвонить для решения проблемы. Ничего не подозревая, испуганный гражданин, конечно, тут же начинает звонить по этому телефону и тут же попадается на уловку мошенника, который в ходе разговора предлагает, опять же, совершить определенные манипуляции, либо сообщить, значит, данные своей банковской карты, либо просит пройти к банкомату, сунуть, значит, данную карту в банкомат, ввести номер телефона, который он ему продиктует, тем самым, значит, подключив мобильный банк этой карты к своему телефону, и после чего списывать такие денежные средства. На самом деле, способ борьбы с такими мошенниками очень простой, то есть, вернее, не стать жертвой мошенников такого преступления. Если вам поступило такое сообщение, то, во-первых, не сразу стоит паниковать. Вот. Необходимо либо лично прибыть просто в банк, банковское учреждение, показать такое сообщение, либо просто, ну, попробовать, допустим, пополнить баланс телефона, ну, на небольшую сумму своего же. Если баланс телефона пополняет, значит, на самом деле карта не заблокирована, и этот телефонный звонок, либо смс-сообщение – это просто-напросто дело рук мошенников. А лучше вообще никогда никому не сообщать данные своей банковской карты и действительно, значит, звонить только по тому официальному номеру, который предоставляет банк. И все номера телефонов не указаны на сайте этих банков. Спасибо. Мы как раз хотели привести аудиоразговор предполагаемого мошенника с гражданином, который как раз представился сотрудником банка. Технический отдел, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Мне тут смс пришло на второй номер, что у меня там 900 операций по вашей карте приостановлено. Информация. А он проверяет информацию, карта у вас какого образца? Кредитная, зарплатная, пенсионная? Зарплатная. Зарплатная. Фамилию, имя, назовите. Фамилию свою? У вас имеется поблизости любой банкомат, аппарат Сбербанка? Ну, поблизости. Ну, где-то есть, эти есть, знаете, можно. Извините, болею просто, кашлю. Так, прибываете к банкомат-аппарату. От банкомата дозваниваетесь до нас по номеру, который указан в СМС-уведомлении. Ну, то есть оператор, по этому, да? Да-да-да. Оператор, кто примет ваш звонок, представитесь и назовете номер заявки 229.
Далее вас переключат на отдел безопасности, на главного специалиста по вашей карте. И все вам пошагово объяснят. Там ничего сложного нет, операция занимает 5-7 минут. То есть вам вернут денежные средства, проверите баланс, сохранность, после чего работа вашей карты восстановит. Доступна информация. Николай Владимирович, вот обратите внимание, предполагаемый мошенник, как бы сказать, вынуждает гражданина пойти к банкомату, и, соответственно, для чего, для каких целей обычно это делается? То есть какие-то манипуляции там в банкомате будут совершать? Как вот обычно на практике это происходит? Ну, на практике оно и происходит. Он, значит, либо попросит около банкомата ввести номер телефона, которым привяжет мобильный банк. Вот, либо, возможно, предложат сделать какой-то перевод и так далее, сообщить сведения, значит, опять же, с банковской карты. Вот, и после чего мошенник просто-напросто завладеет деньгами. Пусть не полностью, частично, но все равно завладеет. Но опять же, вот говорю, была сейчас вот аудиозапись, видно, насколько, значит, четко, насколько, значит, мошенник, он конкретно задает вопросы, то есть создавая впечатление, что я действительно сотрудником банка, проявляя свою осведомленность вот в этих вопросах. Вы уже упомянули, что более половины преступлений, как бы, которые совершаются с помощью сети интернет, они в основном связаны с использованием вредоносных программ. Вот более поподробнее хотелось бы уточнить, каким образом такие преступления совершаются. Поясню. Сейчас у многих из нас смартфоны. То есть практически, наверное, ну, на мой взгляд, больше, чем у половины жителей нашей республики, с помощью которых абоненты активно пользуются сетью интернет. Да и сами владельцы сотовых телефонов, смартфонов, они также подключают свои аппараты к компьютерам, к ноутбукам для того, чтобы просто произвести обмен фотографий. Память наполнилась, подключились к ноутбуку, значит, скачали фотографии в ноутбук и стали, удалились со смартфона, стали дальше им пользоваться. Вот злоумышленники в таких случаях запускают вирусы в сеть интернет, которые могут пропускать браузеры, через которые мы, значит, осуществляем доступ в интернет, смотрим там различные сайты, программы. Более того, такие вирусы могут быть скачаны вместе с приложением на сами смартфоны. И нередко мошенники сами присылают смс, сообщение или сообщение в социальных сетях от имени даже ваших знакомых и друзей с предложением пройти по ссылке к интернет-ресурсу, где содержится там интересный материал, в том числе даже, возможно, о каких-то личных данных самого лица, к которому такие сообщения приходят. И ничего не подозревающий пользователь переходит по приложенным ссылкам, в обмен получает вирусы. Могу сказать, что даже буквально сегодня утром я также получил по одному интернет-мессенджеру такое же сообщение, которое, конечно, мной не было прочитано, было получено с неустановленного источника, сразу же удалено. Также у многих сотовые телефоны привязаны к банковским картам. Вирус удается проникнуть в банковские приложения, такие как, я уже упомянул, Сбербанк онлайн. И даже самим вводить код доступа вместо пользователя, получив доступ к счетам, к счетам этих, значит, банковских карт, злоумышленники похищают денежные средства. В последнее время получили распространение случаи совершения мошенничества под видом выигрыша приза. Давайте покажем сюжет об этом. Поздравляем! Вы выиграли автомобиль. Подробности по телефону. Получали ли вы хоть раз подобные смс-сообщения? Прежде чем отвечать на них, стоит задуматься. А принимали ли вы участие в каких-либо розыгрышах в последнее время? Очень часто злоумышленники под видом организаторов розыгрыша просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов. По закону жанра, после перечисления средств псевдоорганизаторы перестают отвечать на звонки, а то и вовсе оказываются вне зоны доступа. Найти злоумышленников по незарегистрированным сим-картам, а следовательно и переведенные деньги, практически невозможно. Очень тяжелый вид преступлений, с которым нам приходится бороться, это вредоносные программы, которые рассылаются на сотовые телефоны. Впоследствии с наших с вами банковских карт снимаются денежные средства. То есть здесь преступление совершено совсем без контакта с потерпевшим, никакого контакта, никаких звонков, никаких разговоров. Примером такого вида мошенничества может быть смс-сообщение с информацией о том, что вам пришла виртуальная открытка. После перехода по активной гиперссылке со счета мгновенно снимаются все сбережения. Опасность для владельцев банковских карт также представляют обычные чеки с информацией по карте, выброшенные в урну. Для того, чтобы снять деньги со счета, злоумышленникам не обязательно знать пин-код. Достаточно информации, которая есть на карте. Банковская карта, это по аналогии, является ключом к банковскому счету. То есть, как ключ к квартире, где
деньги лежат. Засветка карты происходит именно при торговле, допустим, при приобретении товара. Значит, для того, чтобы просто-напросто не показывать вот эти сведения, которые на карте, однозначно надо закрывать ее, когда вы вставляете в какой-либо терминал. Это первый момент. Второй момент. Никому ее вообще не передавать в руки. Этот интернет-мошенник отличился особым умом и сообразительностью. Он звонил жителям Чувашской республики от имени крупного банка, сообщал о блокировке карты и спрашивал, сколько на счете хранится денег. Если названная сумма его устраивала, он отправлял на сотовый телефон абонента смс-сообщение с паролем. Его жертвы, ничего не подозревая, называли кодовые цифры и лишали своих сбережений. Благодаря оперативной работе следственного отдела молодой человек задержан. С каждым днем интернет-мошенники совершенствуются в своем мастерстве. Попасть на их уловки может каждый. Поэтому так важно не терять голову, получив смс-сообщение о крупном выигрыше. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Спасибо, Николай Владимирович, за обсуждение столь важной темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был заместитель начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики Николай Владимирович Осипов. Как видим, несмотря на огромную информационно-пропагандистскую работу, проводимую правоохранительными органами, средства массовой информации, количество обманутых граждан не уменьшается. Почему так происходит, сложно сказать. Или мы не умеем слышать, или просто не хотим. А порой просто человеческие чувства затмевают разум. Мы гонимся за дешевизной, помочь якобы нуждающимся родственникам, думая, что все правоохранительные органы почему-то обязательно должны брать взятки. Хотим разблокировать быстрее какую-либо карту, и при этом даже на долю секунды не хотим остановиться, задуматься, а может, это мошенники. Так куда же мы спешим? Ведь цена необдуманных поступков может стать очень дорогой. Не дайте себя обмануть. До новых встреч в эфире.